Ребят, всем привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно пишите в комментариях, как вы отметили новогодние праздники, что вам подарили. Мне будет очень интересно. У меня тут сегодня завалено все вещами, потому что накануне Нового года ко мне пришел заказ, мой первый заказ с сайта Shein. В некоторых вещах вы могли видеть меня уже в каких-то видео. И, кстати, было много комментариев, где я это купила, поэтому сегодня я вам все покажу. И ссылочки я все оставлю в описании, так что обязательно заглядывайте, если вам вдруг что-то понравилось. Вообще у меня довольно скудный запас свитеров, поэтому на Shein я решила заказать вот такой вот свитер. Этот цвет у меня ассоциируется с каким-то уютом, с теплом, и на зимнее время года, мне кажется, идеальный вариант. Я даже купила себе точно такого же оттенка носочки, так что у меня целый комплект. Про следующую вещь у меня тоже много кто спрашивал, и это вот такая вот кофта на шнуровке. Сейчас какой-то бум на них пошел, мне кажется, у всех они уже есть, и на всех сайтах что-то подобное представлено. Поэтому я решила тоже себе заказать. И, кстати, хочу вам сказать, что она очень удобная, она комфортная, она очень мягкая. Кстати, именно в этой кофте я встречала Новый год, почему-то мне не хотелось заморачиваться насчет наряда, покупать себе какое-то супер яркое и блестящее платье. Наверное, ни один мой заказ не обходится без толстовки, и на этот раз я решила заказать себе вот такую вот толстовку цвета хаки. Кстати, надпись мне тоже меня напоминает, потому что я очень люблю кофе, а здесь написано «В первую очередь мне нужен кофе». Единственный, наверное, минус в этой толстовке, это то, что у нее вот эти вот веревочки, которые торчат из капюшона, они очень длинные, то есть их нужно тут будет обрезать. А в целом она довольно теплая. Там их было представлено 5 разных цветов, так что можно выбрать на любой вкус, но мне это очень-очень понравилось. Так что теперь у меня есть такая вот классная толстовка, буду ее обязательно носить. Кстати, в каком-то видео я в ней уже появлялась. И следующая вещь, которую я покажу, я ее, кстати, первую закинула в корзину, это была вот такая вот замшевая жилетка. Кстати, давно я очень такую хотела, но почему-то нигде не могла найти. На сайте было написано, что она зимняя, но определенно она для нашей холодной зимы не подходит, поэтому я ее оставлю на весну, на осень, так что мне уже не терпится ее скорее надеть. Вообще, у меня довольно много жилетов, и мне кажется, они очень здорово могут обыграть образ, и причем они могут скрыть какие-то недостатки фигуры, и вообще, в принципе, очень здорово смотрится. Еще я взяла себе вот такую вот джинсовку, даже не джинсовка, а, наверное, как джинсовый жакет, потому что здесь у нас материал довольно тонкий. Понравилось, что здесь все сделано в таком как бы неряшливом стиле, как будто она снята с мужского плеча. В этом, наверное, ее и фишка. Мне кажется, это супер универсальная вещь, ее можно сочетать как и с платьем, к примеру, с какой-то блузкой можно. Так что безумно тоже ей довольна. Единственный, наверное, минус это то, что здесь пуговицы брякают, а в остальном она супер. Далее это вот такая вот полосатая рубашка. Если бы она была без вот этих вот нашивок, я бы, наверное, вряд ли ее взяла, но именно они делают ее какой-то интересной, что ли, и хочется ее рассматривать. Эта рубашка, мне кажется, на все случаи жизни, можно на ней пойти куда-то на работу, на учебу, также можно выйти куда-то и на выход, ней не стыдно показаться, так что всем смело могу посоветовать, очень она сама по себе комфортная, в ней очень удобно. Не знаю, зачем я заказала этот бомбер, но почему-то мне он понравился, и мне захотелось его закинуть в корзину. Вообще, конечно, для занятия спорта он абсолютно не подходит, потому что здесь ткань довольно синтетическая, но так, к примеру, куда-то выехать на природу, накинуть этот бомбер, или же, может быть, просто на прогулку прогуляться с собакой, то интересный вариант будет, но а так он какой-то, знаете, в таком гоп-стиле. Далее это вот такие вот серые эластичные лосины. Они подойдут абсолютно, мне кажется, к любому размеру. Даже если вы немного там прогадаете по параметрам, то они все равно в любом случае налезут, потому что они очень хорошо тянутся. Как для занятия спорта, конечно, мне кажется, они не особо подходят, потому что это не тот материал. Но, к примеру, также для прогулок, например, дома ходить, то, мне кажется, отлично. И последние две вещи я заказывала не для себя, но все равно я покажу вам. Первое, это вот такой вот теплый кардиган, такого нежно-коричневого оттенка. В целом довольно комфортный, в нем очень даже тепло. Здесь у нас идет такая мелкая вязка, так что тоже могу всем посоветовать. Он идет немного такой удлиненный, и, кстати, здесь нет никаких пуговиц, то есть он просто идет как накидка. А второе, это просто такая классическая блузочка, которая тоже подойдет на все случаи жизни. И, в принципе, по материалу тоже довольно комфортная, так что смело тоже могу всем посоветовать. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Обязательно поддержите меня своим пальчиком вверх. И, кстати, скоро будет уже новое видео, так что обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Всего вам самого-самого доброго и всем пока!